Эта стеклянная башня тоже теплица. Конечно, мы привыкли видеть теплицы вот такими, но они занимают очень много места. А эта вертикальная теплица занимает в 14 раз меньше места, чем горизонтальная, выращивая столько же растений. Рассаду сажают в горшочки. Горшочки устанавливают на полки специального лифта. Лифт включен, и растения начинают путешествовать вверх и вниз вдоль стеклянных стен высотой в 22 метра. Каждое растение получает свою порцию тепла и света. Но это еще не все. Опускаясь вниз, горшочки попадают в специальный лоток с раствором удобрений. В этой вертикальной теплице, за тем, чтобы растения получали все, что нужно, следят автоматы. Даже лифт, если понадобится, может включить само солнце. Луч попадает на фотоэлемент, и горшочки снова отправляются в путь. Так что теплицы бывают не только низенькие и длинненькие.